Все еще не нашли? Нет, Ибрагим, нет. Будто земля разразилась, она провалилась сквозь землю. Нигде нет. До сих пор не могу поверить. Кому и зачем такое делать? А, так ты не в курсе? Валиде сказала мне. Это Гюльбахар Султан похитила султаншу. Это же не ты? Да, брат. Ты же никому не говорил. Нет, Ибрагим, не говорил. Не сказал. Ибрагим? К добру ли? Что случилось в такое время? Ты, глядя мне в глаза, лгал мне, так? Элеонор похитила твоя Валиде. Брат, успокойся. Я все объясню. Что ты объяснишь, а? Ты предал нас. Как ты мог так поступить? Касым и твой брат Баязет. Ты хочешь, чтобы он погиб? Ты всегда этого хотел? Ты что такое говоришь? Могу ли я такого хотеть? Касым ни в коем случае не пострадает. Клянусь, что такого не допущу. Я ведь доверял тебе. Ты же был братом мне. Теперь же я в этом не уверен. Войди. Валиде. Ибрагим, мой шехзаде. Простите меня, Валиде. Это все моя вина. Это все произошло из-за меня. О чем ты говоришь? Баязет знал. Я ему все рассказал. Подумал, что он сможет помочь. Выход найдет. А он пошел и все рассказал своей Валиде. Он не обещал. Слово дал, что не расскажет никому. Значит, в этом Баязет тоже замешан.